Японский финрегулятор обязал 6 криптобирж кардинально обновить систему идентификации их пользователей. 15 июня агентством по финансовым услугам Японии было издано предписание для 6 криптовалютных бирж по результатам проверок, проводимых за последние несколько месяцев. В настоятельном порядке биржам было рекомендовано улучшить AML-KYC стандарты и усовершенствовать системы внутреннего аудита. Больше информации вы можете найти на сайте наших партнеров BitNovosti по ссылке под этим видео.